Да. Бля, какой архимаг. Капа. Кстати, архимаг достаточно жирный. Но вышел. Там-то у него было, по-моему, что-то около 60 хп. То есть не сильно-то больше. Так. Где тут у меня хилы? Будем, наверное, вот так вот делать. Но это мы не осилим пока. Бля, головорез какой-то. Тупо черт на головорезе. Да я разведку юзаю, только там все равно страшно подать. Капа. Расстановку? Ну, попробуем вашу расстановку. Надеюсь, я не сольюсь, Каппа, на первых же мобах. Они как-то рандомно, слушай, они хоть и на расстановке, но они очень рандомно, блин, пиздят. Так, нахуй. Убираем звук с этой вещи. По минимуму, потому что никто хуйню пиздит. Так. Где там у меня столица? Так. Так. Вот это, конечно же, делаем. Захватываем. Где-то тут, по-моему, еще по карте должны быть. Ебать ту дичь. Ох, ёбаный стык. То ли тут немножечко магов понерфили, то ли хз. Надо, короче, дальше тестить, тестить. Как выйти из дома? Бля. Да, ну ты, конечно, гений. Привет, Фанис. Нормально, нормально. Так, а тут что-нибудь есть интересно? Ага, на какую-то хуйню наткнулся. Тебя лечи, дура. Блять, ну ёбаный стыд, убил собака. Тупая скотина, придется резать. А тут есть проход вот сюда? Ага, нету. Предобранет. А я же на Ирине. Хотя хуй знает, не, он тут не работает. Корабль, блять, какой корабль, Эльдан? Тупо Эльдан руина пожилая. Так, ага, резать юнитов. Путь. Ага, о, вижу алтарь. Стерес очень дешевый, 10 голды.
Базовый юнит. Вот эти эликсиры бесполезны абсолютно. Магию? Да знаешь, что магия топ-тема, только, блин, слишком сложно. Сейчас на пойди уже апнется. Да? Да, отлично. Забинди, блин. Ты не с тем человеком разговариваешь. Забинди говорит. Забинди. Опа, забинди. Так, 400 маны. У меня все равно столько нету маны, лол. Shift 1, да? Нет, Ctrl 1, наверное. Я, короче, ебал эти ваши бинды. Так, а где магия? Магия должна быть вот там, по-любому. Блин, клятая вода. Хейчу. Сильный? Бля, он сильный. Ну, давайте попробуем. Мы типа сильнее тоже стали. У хила тоже зачем-то атаку сделали. Чисто по рофлу, наверное. Так, о, лавка. Лавку. Продаем бесполезные зелья, нахуй. Правда, не знаю, чем мне это поможет. Лучше на воскрешение куплю. Если оно тут, конечно, работать, потому что в прошлый раз эти штуки не работали. Да. Ой-ой-ой, засада, блядь. Ой, как ему больно. Почему, блин, почему он себя не хилит? Почему хил, блядь, таргет на себя не хилит? А? Какого хуя? Почему он хилит, блядь, всех, кого угодно, кроме себя? Знал бы, брал АУЕ хила. Тупо дебильная механика. Но у него было хп меньше. Ну, в процентном соотношении, по крайней мере. Надолго? Ну, минут на 40. То есть мне нужно, блядь, еще в бою тыкать хилом, хил на самого себя, чтобы его не пиздили дальники, да, качественно. Где кристаллы жизни, блядь, я не понимаю. Почему у меня кристаллов жизни рядом с городом нету? Что за дичь? Может, они вот тут, в деревьях, хуй знает. Но тогда они должны быть и так моими. Ну, кстати, можно будет тут скоро нанять чего-нибудь себе. А, тут вообще нельзя пройти.
Прекрасно. Мы попробуем сюда. А он тут там не было сапогов, там были хилки, руины. Бать, это что за оборотень нахуй? Ну, блять, охуенно оборотень. А как тут сбежать можно? Бежать нахуй. Качественно. Подожди. А чё ты не бьешь оборотня? Ты же, блять, дура. Так, ладно, похилимся. Похуй. У нее же магическая атака. Чё на оборотня не била, долбоёбка? Ты дура, блин, бей его. Тупая девка. Голды, но не так уж и много. Главное, что я могу взять себе еще одного юнита. Наверное, возьму себе лучника хотя бы одного. Надеюсь, его не будут пиздить первым. А он кастуется? Типа, а, ну блин, точно. Ох уж эти пожилые механики. Так, лучник, иди сюда. Лучник. Но он очень хиленький, конечно. А вот и мана, кстати. Волки сильные тут? Ну слушай, волки что-то какие-то имбалансные. Прям 1300 хп. Пиздец. Ну ладно, давайте попробуем, похуй. Если что, сбежим. Ага, классно. Классно, 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 блядь. Охуительно, что могу сказать. Не, ну-ка этим лучником хули. Ну, волки не такие сильные оказались. Мапа? Варцы, плюс по десам сделали мапу. Ну, такое пока. 1500 хп. Но они не сильно должны быть сильнее, чем волки. Мне кажется. Беги нахуй, беги, долбоёб. Лучник капнулся. Что у нас первое? Что там полезное было из магии в первой-то? По-моему, во второй есть голем, поэтому мне нет смысла сейчас тратиться. Конечно, играл. Тупо вон на ютубе есть, на втором канале, прохождение команды за Undead. Так, а может теперь это не пиздить мне хила? Мне что-то кажется, что мне вот этого мага одного не хватит, чтобы пробивать смертей, которые там с ядом будут у пожилого создателя карты, нахуй. Вот вообще, чуть там щиты подрубил. Заруинил магию капа. Теперь я его не смогу бить. Не строю. Вола, я специально мага-героя взял от этой хуйни капа. На всякий случай. Так, а я же делал? Да, делал. На 2000 надо купить теперь.
Разведать в руинах можно? Нельзя, ага. Ну ладно, давайте. Похуй. На свой страх и риск. По крайней мере, у меня апнутые инквизиторы. Кентавры, блядь. А чё кентавры такие жесткие, а? Девушка, идите отдыхайте. Не ожидал тут кентавров увидеть. Не, ну это прикольно хотя бы, рандом. Рандом это прикольно. Бать, тут жестко что-то получается. Ну ладно, я думаю, справлюсь. Так, ну я хотя бы дитка апнул. О, а тут куча итмов насувало мне. Ебать. Надо пойти в магаз продать все это говно. О, тут мост есть, прикольно. Мост это прикольно. Ну там опасное очень. Так, ну сейчас мы, кстати, это продадим все лишнее и построим. Построим себе штуку для инквизиторов. Так, а в городе у нас что? Ебать, кстати, город поинтереснее стал выглядеть. Давайте попробуем город захватить. Так, это что за знание в астролол? Прикольно. Этого... Ох ты ж, блядь. Этого раньше не было. Рассеяние чар, блядь. А чё они такие жесткие, а? Извините меня. Чё они такие жесткие? Пиздец. Они меня нахуй всего избили. Беги нахуй. Ну чё так долго, блин? Сука, она тупая, блядь, я... А, ты, блядь, ну 20 секунд ждал, блядь, ну... Ну какого хуя? 20 секунд, блядь. Вы видели, блядь? Почему так долго, нахуй? Я ебал. Можешь, пожалуйста, фиксить такую хуйню, блядь? 20 секунд, блядь, отступление. Время подготовки 8 секунд, блядь. Нахуя тогда города добавлять, если с них нельзя бежать? Чё за хуйня? Механика говна и жопа. Тупо бан. Кто бы мог мне про это сказать заранее, да? Про такую механику говна. Пожалуйста, не? Пиздец, инвалиды. Ёбаный стыд. Ну тупо бан про матч. Нахуй. По-любому нихуя нет. Тут один лес, блядь. Качественно, нахуй. Толку от этих лесов я, блядь, не понимаю.
Почему я на мосту замедлился, а? Может мне кто-нибудь сказать? За рофлы. Можешь сам себя лечить, долбоёб? Блять, ну ты можешь сам себя лечить, дебил? Он вообще игнорирует себя. Хилы игнорируют себя. Ёбаный стыд. А чё, я там убил кого-то хотя бы? Ну такое, блять, не хочу я сюда соваться, хз. Но города инком дают, надо ёбку сделать им. Так, ну он загрелся один, все отлично. Тут можно катить к долбоебу в этих городах. Ну с один, блядь. Их же. Их нужно еще пиздить 3000 урона. Ну да, да. Говорится, понимаю. 3000 еще руками пиздит. Ну у меня хотя бы юниты, блин, нормалом бьют. Кстати, у лучников тоже нормал. А, ну да, точно, я же Disciples, о чем я. Мне понадобится медведи. Медведи сильные, кстати, черти. 1800, но я должен их свалить. Если мне, конечно, не будут так фокусить жестко. Ох, уже тем, блин, микроконтроли в Disciples. Да. О, ассасинчик. Здорово. Приятно. Моё дело чётко знаю, всех намою, всех напарю. Хоть меня к нечистой силе. Тут тоже 2000. Ебать тут их. Ёбаный стык, я вам так скажу. И... А чё? А почему юниты, блин, в руинах рандомно, пацаны? У меня хила тупо 3 волка окружили. Чё за пиздец? Не, ну я не знаю, с такими, блядь, расстановками. Сори, блядь. Я чё-то хуй знаю, как играть, блядь. Когда у тебя армия, блядь, в разных местах, сука. Чё это за говно? Чё это за кал, блядь? Тупо вошел в руины, блядь, хил там, блядь, стрелок там. Блядь, 3 милишника внизу, блядь, с героем. Чё это за параша, блядь? Что это за хуйня? Да это говно, механика! Механика кала! Это, блядь, пиздец! Я манал! Это хуёво делает карту. Тупо получаешь кал, блядь, если в руины заходишь. Там награда, блядь, минимальная в них. А тратишь ты, блядь, дохуя на это говно. Если помираешь. Пиздец, короче. То есть, ну блин, ну как у тебя могут быть, блядь, лучник, сука, в левой части верхней, блядь, хил справа и 3 волка, блядь, идут и пиздят хила, блядь. Как это вообще возможно? Это, по-моему, механика калы. Подичь, нахуй. Рандом? Ну, нет, спасибо. В Disciples рандом единственная вещь, которая это промахи, блядь, были. И все. Больше там рандома нету, блядь. Такой рандом мне не нужен. Больше не буду больше вот играть. Нахуй. Нахуй такие руины, блядь. Мне руин хватает, Сурвекаппа. Таких руин мне не надо. Спасибо. Да, да, я...
Слишком специфическая хуйня. Сверх же на один бой? Или на многоразовое использование? Я вот что-то не помню. По-моему, сфера это на один, а талисман на несколько. Ну, то есть сфера без, то есть на один бой, это хуйня за 500 голды бесполезная. Даже? Я ничего не ошибаюсь. Кто-нибудь мне поправит? Кто-то эту карту, которую делал на много раз? Ну ладно. На много раз тогда поглядим. Это тупо имба, да? Ну не, не такая уж имба. Музыка, кстати, стопнулась, зараза. Эволюция видов — лучшая карта, конечно же, безусловно. А я-то вообще наносит урон-то хоть какой-то? Я что-то смотрю. Не вижу я. Данил, нет, не игнорю. Я просто читаю твои сообщения, они бесполезны. Ну, типа, мне карта нравится, что... Я же не буду все читать руины. Кстати, когда хилом нажимаешь атаку, он действительно идет атаковать, а не хилит. Тоже такое себе для микроконтрольщиков. Надо будет кольца где-то продать нахуй. А вот эта дрянь очень сильная, по-моему. 2600. Ну давайте попробуем убить. Главное, чтобы, блин, мне она не заспавнилась в задний ряд. О, заспавнилась задний ряд капка. Ебать, больно. Ты будешь, блять, сука, хилить, долбоёб, бегает нахуй. Инвалида кусок, сука. Механика, блять, невозможно перенести. Но какого хуя я должен микроконтролить? Чёрт ты ебаный. Скажи мне, пожалуйста. Почему я должен, блядь, это говно микроконтролить? Нет, демон, нахуй мне это надо? Что, какие руины тут на стриме сидят, каппа? Так, а ты кто? Варвар какой-то. Блин, варвар жесткий, хз, даже не хочу, наверное, их атаковать. Да, кто? Вадимка со мной играть не будет, о чем? Да никому нахуй не нужно. Так, заходим сюда. Продаем все кольца нахуй. А чё тут все артефакты в кулдауне, блядь? Ты что ли тут уже был, блядь, чёрт? Доспехи нахуй на защиту. Почему они все в кулдауне? Дичь какая-то, ну ладно. Да, если бы он тут был, у него бы не было, блин, 8000 голды. Почему там все в откате в магазине? Нихуя не понимаю. Да, и там вещей куплено на 8000 золота или больше. Откуда у него, блядь, такие деньги? Ты рофлишь? Там, блин, самая дорогая шмотка 5000 стоит. Азитору бан, нахуй.
Черт ебаный. Откуда у него столько денег, блядь? Блин, я что-то боюсь на этого орка нападать, пиздец. Не, ну сюда я точно не пойду, иди нахуй. Да, можно еще попробовать напасть. Батя не ауешат, конечно, как черти. И хил опять сам себя не хилит, хил, ну блять, ну игра, ну как можно играть в такое дерьмище, блять, сука. Я не понимаю, блять. Типа, какого хуя? Долбоебизм нахуй. Это все. Какой киберспорт, блядь? Киберспорт по Зевару, киберспорт по ЛТД, по Асру, нахуй, ты рофлишь? Я не ФФАшер. Ну, рез хотя бы дешевле стали. Что тут у нас есть из магии? А где вообще магия? Ага. Мне не хватает на это. У меня еще один слот. Но без милишников тут в эту карту вообще невозможно играть. Я просто пиздец ногами. Вот юнит будет экспу забирать, во-первых, да, его будут все пиздить. Потому что у него 450 хп. Все простые отряды я тут зачистил. Можешь, конечно, куда-то вот сюда попробовать пойти хз, что здесь. Что здесь, кстати, такое? Опять вода. Блядская вода, хрючу. Кто? Этот воин защищен от магии. Блядь, качественно. Я инквизитора не могу просветить. Не, ну я его должен отпиздить в любом случае. Так, ага, тут нихуя нету, я понял. Понимаю. У Хайзора что-то сильно есть, пацаны. Мне просто кажется, что сейчас идеальный момент. Вот так сделать. Ебать, это что за хуйня? Такие жесткие. 66 армора, бля, нормально. Вы там не перекрутили армор горгулем, а? Просто интересно. Одного мне просто отпиздили. Класс. А что ты такой сильный паладин? Посильный паладос.
Это была подстава, пацаны. Пожилая подстава. А в городах же можно резать? Да? Не, надеюсь. В городах можно резать юнитов? Потому что храмы были в Десартес, так. И в городах можно резать было. Если нет, то я не знаю, что сделать. Создать какую-нибудь карту, капу. Опа, руина. Тэпаться? А-а-а. А куда тут тэпаться? Сюда? Ну я нажал, ничего не произошло. Путь, блять, нажимаю, нихуя не происходит. На мой город, типа. Ну окей, сейчас попробую. А, ну да. Сработало. Подожди, а тут тоже? А, ну да, да. Ну слушайте, это прикольно, в принципе. Это, в принципе, прикольно. А вот обратно я не могу почему-то телепортироваться. Это же мой город, мой. Почему я не могу обратно телепортироваться? Он захватывает город, стой! Черт! Ну какого хуя? Ну я же нажал обратно телепорт. Чё за хуйня? Я не понимаю, можешь, пожалуйста, не обузить, блядь? В ящик заведи, ну сука. Почему так проблемно все с вашей картой, блядь? Почему тут нихуя не очевидно, блядь, все? Слышь, черт, иди нахуй с города, собака. Собака, верни город мне, тварь ебаная, хуй соси, сука! Ну ты охуел, блядь. Пиздец, блядь, нахуй. Сука, я не знаю механик этой карты. Он, блядь, читерит тут, пидор, блядь. Иди нахуй, блядь. Дайте бан этому, блядь, дебилу, блядь. Сука, инвалид, блядь, а не игрок. Пиздец. Я манал, блядь, чёрта ебаного. Сука. Хуесос, блядь. Пиздите его нахуй, чё он сидит, блядь. Дебил, блядь. Ля, тут... Куда ты напала, блядь? Как ты, блядь, сука, напала, блядь? Долбоебина, блядь, куда-то, блядь, сука, вступила опять. Почему у меня вещи вывалились, блядь? Которые я хотел продать. Трэш, конечно. Привет, Вайпер. Чё он в этом городе засел, мразь? В моём городе. Город мой, блядь. Понятно? Сика. А посох на мага в АУЕ работает? На паралич? Если да, то это имба. Стоит макс, стади сапис в Warcraft. Что, у нее атака вообще не растет, блин. 50 атаки нахуй. Пил 16 армора, блядь. Откуда у нее 5000 голды? Он читер, блядь. Нахуй ты читера в карту позвал, а? Мне читеры в карте нахуй не нужны, блядь. Как бы держу в курсе. По чертяка ебаный.
Тестер? Да нахуй мне такие тестеры, блядь. Я попросил не играть в полную силу, блядь, потому что я первый раз в эту карту играю, сука. Они, блядь, в нее уже по 50 раз сыграли. Инвалиды, блядь. Ча я, блядь, устраивать буду тебе, ёбку. Иди сюда! Сука, лес замедляет. Догоню. Чёрт, а чё ты такой быстрый, блядь? Ебучий лес, нахуй, срубить в этой карте, нахуй! У, сука! Пиздец. Куда ты бежишь, падла? Конченый, блядь. Должны быть. Черти ебаные. Мне еще хила надо апнуть. Да, мне не нужны эти новости спорта от Рилли. Дракон будет чекать. Пацаны, это ёбка. Это ёбка, блядь. Это смерть, нахуй. Это месть. Сука. Почему они мне выкашивают так? Ты нахуя горгульям Патриц Армора сделала, блядь? Ты в порядке там вообще? Нахуя ты их, блядь, им балансными сделал такими? Это ж пиздец. Ну типа я ебал Рилли, ну чё это такое, нахуй? Горгули, сука, 30 армора, 72%, блядь. У юнитов, блядь, 0, сука, 0! 0, нахуй! Не, я дропаю эту хуйню. Это, блядь, дисбалансная хуйня, блядь, в неё играть невозможно. Вот мой вердикт, блядь. Ёбаный стыд, блядь. Гаргули, да, гаргули. У них мало того, что раньше атаки, блядь. Пиздец. Нереально, блядь. Он еще каким-то хуем на 8000, блядь, голды закупился в магазе, блядь. Это чё нахуй? Это, блядь, какого хуя? Я не понимаю, блядь. Не, ну карта говно, пацаны, я не хочу в нее играть, я выхожу, пожалуй, отсюда. В ней мало то, что конца нету, блядь. Ну просто калиш какой-то, блядь. Дисбалансная.